Да, play. Привет, мой дорогой друг. Посмотри, что мы в этом ролике будем сегодня делать. А мы сегодня в этом ролике будем делать замечательный бассейн. Мы пристроим к этому домику. Сейчас мы закроем. Покажу тебе внутри. Закроем, значит, наши двери. Посмотри, какой интересный в этом, в этой серии мы построим бассейн. О, смотри, какая красота. Здесь можно купаться. Здесь поглубже я сделал, что можно с головой прям заходить. А здесь вот детки будут играться, плавать, чтобы не сильно глубоко было. И такая у нас идет красивая дорожка к домику. Сейчас делаем облет, посмотришь. И начнем строительство. В этом ролике я расскажу, как построить бассейн Майнкрафт, чтобы он был такой вот красивый. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Майнкрафт. Как вы знаете, в прошлом ролике мы сделали вот этот замечательный домик. И сейчас я хотел бы сделать к нему небольшую пристройку. Ну а как, домик у нас получился очень даже неплохой. Здесь есть картины, есть кровать двухспальная, двухместная. Также есть полочки с книгами. Естественно, конечно же, сундук большой и печь. Но еще, что не хватает этому домику? Домик такой губернаторский, достаточно-таки неплохой. И хотелось бы сделать на этом месте, возле этого домика, небольшой, а может быть и большой бассейн. Давайте приступим к постройке бассейна. Начнем отсюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть будет так в ширину, и в длину будет у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11. И 11 в длину. Убираем дерн. Полностью нам нужно убрать отсюда землю. И у нас будет бассейн двухуровневый. То есть неглубокий. И вначале будет неглубокий, а потом сделаем поглубже. Убираем отсюда, значит, землю. И отсюда тоже. Полностью удаляем. Будем здесь будут кирпичи, так вот стоять, такие вот. Они достаточно такие светлые, красивые. Отлично. И будут здесь ступеньки. Ступеньки сейчас сделаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, они будут так, такие голубые, чтобы водичка у нас такая была красивая. А здесь будем, получается, пониже будет у нас. Именно вот эта зона бассейна будет ниже. То же самое мы сделаем ступеньки, чтобы легко можно было спускаться вниз. Вот здесь вот. Даже я сделаю поближе, чтобы вот эта зона была такая у нас побольше. Вот так, отлично. И все это мы покроем. А нет, подожди. Мы все вот так вот покроем. Блин. Надо другой какой-то материал взять. Это у нас призрачный кирпич. Пишем. Призрачный блок. Так. Призрачный. Нет, не ищет.
А, нет, вот, подожди. Вот, призмариновые кирпичи, либо призмарин возьмем. Давай кирпичи призмариновые возьмем. Все хорошо. И посмотрим. Да, смотри, как красиво. Все, сейчас мы тут все покроем призмариновыми кирпичами. Будет вообще классный, классный у нас бассейн. А ну-ка, сейчас посмотрим, как он выглядит. Да, выглядит уже достаточно-таки неплохо. Так, и здесь мы убираем. Устанавливаем это все так красиво. Ой. Так, убираем полностью землю. Бассейн будет, допустим, приглашаешь каких-нибудь друзей. А у тебя есть возле домика бассейн. Клево. Можно с друзьями плавать в бассейне. Вот так вот получается. Здесь тоже мы будем ставить такие вот кирпичики голубенькие, красивые. Вот. Отлично. Теперь заливаем все водой. Начинаем здесь. Так, сейчас поднимемся немножечко. Вот, отлично. Полностью все заливаем. Так, здесь у нас тоже все зальем. Так, а здесь, наверное, слишком. Здесь, наверное. А ну подожди, сейчас посмотрим. Нет, мы сейчас это уберем. Сейчас возьмем ведро. Нам нужно пустое ведро. Здесь слишком много. Здесь это мы уберем. Так, где? Куда я тут наливал? Отсюда, где у нас вода идет? Куда идет вода, интересно? Какой-то глюк, слушай, да? Ладно, сейчас сделаем по-другому. Все отлично, убрали воду мы. Так, здесь тоже у нас будет все таким цветом. Сейчас посмотрим. Мне кажется, немножечко какой-то бассейн у нас неглубокий. Вот так, отличный бассейн, в принципе, получается у нас. Так, спускаемся. Вот здесь такой детский небольшой бассейн идет. И немножечко дальше, поглубже. Так, смотрим. Да, нормально, прям я с головой ушел. Отлично. Отличненько. Вот такой бассейн. Сейчас мы его улучшим. Сейчас мы сделаем. Сейчас мы, главное, поспим ночью. Чтоб наступил день. Отлично. Так, и смотрим. Вот такой у нас домик получается и бассейн рядом с домом. Что еще не хватает здесь?
Тропинки. Давайте тоже сделаем такую тропинку от дома, от домика нашего. Такими кирпичиками. Вот так вот будет такая тропинка широкая. Тоже из этих кирпичиков. Вот нашему бассейну. Вот такая тропиночка. О, как красиво, красиво. И я бы еще здесь блоками закрыл бы все это тоже призмаричными вот этими. Приз. Так, английский язык. Так, где вот они? Так, давай потемнее сделаем блок вот этот. Так. Такая окантовочка будет, смотри, нашего бассейна. Здесь можно посидеть. На этом таком блоке получается, как будто это у нас такая вот получается скамеечка небольшая. Вот, отлично. С каждой новой серии мы будем улучшать наш домик. Вот, сегодня мы сделали такой вот интересный бассейн. Вот так вот, да? Нормально. В следующей серии мы еще что-нибудь сделаем интересное. А ты напиши мне в комментарии, что еще не хватает нашему домику, что еще можно построить, какую постройку рядышком, чтобы было красиво. Сейчас посмотрим. Вот такой домик. Офигенный, я считаю, да, нормальный. Так что, дорогой друг, подписывайся на канал, ставь колокольчик, нажимай на колокольчик, ставь пальчик вверх. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр.